Нет, ты видел? Реакция. Я бы тебя сделал. Ты точно не расстроился? Нет, все в порядке. А вот и про чемпиона! Спасибо, чуваки. Я хотел сказать, что игры, они, конечно, показывают уровень мастерства, но это не главное. За дружбу. Я угощаю. Да, опоздаю, наш педов. Птичка, хватит дрыхнуть, шпедов нас. Да, Малахов. Его только что скорая забрала. Говорят, слишком много играл в компьютерные игры. Переиграем его. Стой! Стой! Я тут. Ты что-то хотели? Запускай. Где бабки? Да вы вчера же все забрали. Толян. Это машина моего парня. Знаешь, кто мой парень? Толян, слышал про такого? Какой-то четырехклассник скоммунистил ее. Чувак, где твоя тачка? Стена с фуражки. Здравствуйте. Товарищ Стена, моего друга похитили. Я гоню за похитителем. Скорая, скорая помощь. Сегодня утром забрала моего друга из общаги и увезла. Все взяли, что у нас в перегоне. Молодой человек. Толя, тут. Остаемся на места. Ксюша, детка. С тачкой все нормально? Да. Детка, он в чистой Господа, одежде? А вы кто такие? Понимаете, я хозяин этой машины. А он ее угнал! А это чья машина? Хозяин и киоск с нашей территории. Ну брось пистолет! Товарищ начальник, мне нужна только моя тачка. Я сказал стоять! Стоять на месте, только стоять! Тачки. И больше ничего. Поехали. Блин, с хемидарда меня достал уже! Хочешь кончить? Кончай! Ну, спасибо за машину. Извини, что напугал. The pyramids are under. You belong to me. I see the marketplace. And...
Это кто? Это Ксюша. Ксюша, это... Маргарита! Для тебя просто Марго. Мой спаситель. Ксюша, что ты тут делаешь? Я взяла пистолет Толи из бардачка. Маргарита, что здесь происходит? В ночную смену один из Наполеонов взбунтовался, отпустил всех психов на свободу и захватил меня в заложники. А парень в таких больших круглых очках, он с ним? Я помню одного такого, бедный, он так сильно бредил. Это мой друг Гришка. Он в бреду что-то шептал про вас. То ли Илья чего-то стрелял, то ли вгонял. Как можно справиться с психами? Их надо парализовать. Псих ненормальный. Кто сказал, что я псих? Что тебе нужно? Совсем другое дело. Со своими приспешниками. Хватит разговоров! Поспите пока! А мне нужно забрать мои денежки. А до тебя доберусь, я здесь под земли достану и так по башке дам! Понял? Какой у тебя приятный голос. Отстань, псих! Что за голос? Гелий, вы, господин! Эфир! Не нашли вы, господин? Где моя тачка, чувак? Тачка где? Где тачка? Она у нее. Вы двое, видите вот эту? Нажимаете по одной цифре и вводите вот на... А я за ними. Thank you.
Дура, стерва. Товарищ начальник, это не мы. А кто? Наполеон в противогазе. И лысая цыпочка. Понятно. The secret code that heard their word. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composed. Hallelujah. Your faith was strong. Проиграл. Проиграл! Это тебе не игры. Бабки мои, проблемы ваши!